Скажите, калі ласка, мне ваше прозвище, имя и имя по батьку. С моменту заснования лякарни по-белорусски тут размовляя не только администраторка, а и амаль увесь медперсонал. Реклама, сайт, пресс-курант, документы и стоматологичные картки так само на мове. Это принциповый подход до бизнеса уладальника лякарни, спадара Францішака Жилки. Моя такая идея появилась 2 года назад, как открыть белорусскую мовную лекарню для ушанования белорусской мовы, для патриотизму. Мова ніяк не ўплывае на якасць паслуг. Тут рада любому наведвальніку. Але размаўляць пацыентаў па-беларуску ў лякарні заахвочваюць рублём. Можна атрымаць зніжку 5%. З вас 20 рублёў. Вам далей трэба назначацца? Попыт на стаматалогію па-беларуску існуе. Прыязджаюць нават за мяжы. Асабліва хто жыве не на тэрыторыі Беларусі, а жыве ў другой краіне. У яго ностальгія по Беларуси, по мове, по культуре. И они специально записываются до нас и хочуть попасть до доктора беларускамоўнага. Стоматология для Францішака Жилки справа сямейна. У гэтай галіне працавала тешча, а зараз жонка и дачка. Об гэтым нагадвае невялічкі професійны музей. Прэс такі для выціскання мастоў, коронок. А это для установка, которая для сверления порожнины, упражнения зубов. А это для паяльник, для того, чтобы можно было мосты спаивать. Сучасное обсталевание выглядит куды больше приязно. Есть турбина, есть микромотор, есть ультрагук. Зубные откладания сдымаются ультрагуком, звычайно. Стоматолог Алена Клюй означает, вести профессийные размовы по-белоруску не тяжко. У основе терминология заснована на латинизмах. У докторов яны отскокуют от зубов еще с медицинского института. Сумнение за редким выключением. На белорусской есть как два варианта. Кариозный дефект, кариозная поражнина. Або полость – это поражнина. Ну, неяк поражнина для меня гучить может. Я частей користаюсь дефект. Алена каже, на мову большая частка наведвальников реагует становча. Навод, коли сами на ее не размовляют. Уважливо слухают парады, коли приходят первый раз на профессийный огляд. Бачите, черненькая, плямка невеликая. Я заусёды пытаюсь, на какой мове мы с вами будем размовлять, бо тут же никаких промыслов нема, и як человек хочет, так мы и робим. Некоторые есть такие, которые кажут, а можно вы будете на белорусской, а я буду на русской. Ці там не только на русской. Ну, але звычайно там на белорусской. И звычайно молодь больше так охотно и легко переходить на белорусскую мову. Бизнес и реклама по-белоруску? Чаму не, калі нават белорускому у стоматологии життяздольный проект. Надія Свірко, Александр Галабурда, «Наша ранец».